Got a watch, Prezi plain Jane. Ride with the mob, Alhamdulillah. Check in with me, and do your job. Bird is the name, and Baller did the chain. Torn off for a watch, Prezi plain Jane. Комфортный салон, динамика и безопасность. Самые топовые смарт-технологии. Будущее уже здесь. Всем привет! Мы рады вас приветствовать на тест-драйве нового Amoda S5 от официального дилера автоцентра АНТ. Amoda S5. Что это за такой седан будущего? Первое, что бросается в глаза и на что люди точно будут оборачиваться, это стильная решетка радиатора и двухцветные диски колес, а также модное решение задней светотехники по всей ширине автомобиля. А спереди нас ожидают мощные светодиодные фары ближнего и дальнего света. Они более чем в 2,5 раза мощнее, чем галоген. А показатели поворотов выполнены по динамической технологии. Светодиодные сегменты зажигаются по очереди в направлении поворота. Такой сигнал намного заметнее другим участникам дорожного движения, что улучшает безопасность и доказывает, что седан Amoda S5 идеально подходит для городской среды. А в дизайне интерьера удалось добиться идеального баланса. Салон выглядит широким и просторным, и в то же время он заботливо и уютно обволакивает водителей и пассажиров. Симметричная вставка передней панели и отделочные материалы высочайшего качества повышают уровень комфорта. И еще пару слов про сиденье в Amoda S5. Когда мы садимся, да, то сразу замечаем, что сиденье имеет такую по-спортивному боковую поддержку. Да, то есть мы садимся, и сразу у нас сиденье обволакивают, и такое ощущение, что они нас обнимают. Сразу чувствуется уют и безопасность. Мультифункциональный руль обтянут высококачественной кожей. Кнопки и рукоятки управления микроклиматом продуманно вынесены в отдельный от сенсорного экрана блок. Так ими удобнее пользоваться. Уровень шума в салоне на холостых оборотах всего 38 дБ. Здесь тихо, как в библиотеке. Ну и правда, в машине максимально тихо, комфортно и уютно. И самое время проверить турбированный двигатель, что он из себя представляет, объемом 1,5 литра, мощностью 147 лошадиных сил. И попробуем сейчас, как говорится в простонародье, да, положить стрелку и посмотрим, как машина себя будет вести. Но на самом деле не знаю, получится ли положить стрелку в том плане, что хватит ли мне смелости. Поэтому посмотрим, как машина себя будет вести на большой-большой скорости. Ну что, скорость больше 160 км в час, и в принципе машина на трассе держится довольно-таки уверенно. Можно, прям вот чувствуется по машине, что можно еще давануть педаль в пол, но я думаю, этого вполне достаточно для комфортной и, самое главное, безопасной езды. С безопасностью в этой машине все четко. Те, кто предпочитает иметь наиболее продвинутый в плане технологий набор решений безопасности, могут выбрать Amoda S5 с пакетом самых топовых, современных, высокотехнологичных систем безопасности, а именно предупреждение о выходе из занимаемой полосы движения, предупреждение об опасности заднего перекрестного столкновения, система автономного экстренного торможения, система предупреждения об опасности фронтального столкновения. Приборная панель в Amoda S5 выполнена в двух HD-дисплеях 10 и 25 дюймов. В первом экране вся информация для водителя, когда он в дороге, и какие-то предупреждающие сигналы от систем безопасности. Что касается второго экрана, то здесь он носит такое негласное название — информационно-развлекательное. Да, здесь уже и музыка, и карты, и можно подключить свой телефон. А здесь, собственно говоря, находится зарядка для вашего смартфона. Только до 31 августа технологичный седан Amoda S5 можно приобрести в беспроцентную рассрочку до 78 месяцев без первоначального взноса в автоцентре АНТ. А уже в сентябре мы ждем версию Amoda S5 GT.